что? Детей я покормила. А куда это ты собираешься? Домой, в Москву. Кирилл, конечно, нам не разрешал приезжать, но не выгонит же он нас на улицу, в конце концов. Так ты ж сама говорила, в Москве опасно. А ты только вчера утверждала, что Кирилл про эту опасность выдумал. Определись, бабуль. Только здесь нам покоя не будет. Я уж не знаю, что от этого Данила ожидать. А там, по крайней мере, будем вместе с Кириллом. Твой Кирилл брехло, конечно, порядочное. Но он про опасность, может быть, и правду говорил. Так, все. Ба, да ты что? Никуда ты с детьми не едешь. А на Данилу я управу найду. Поняла меня? Поняла. Все, вот так. Федор Алексеевич, тут старая Кравцова просит и принять. Это что же это творится, Федя? А? Я долго терпела, но все, терпец урвался. Ну, подожди, сядь, расскажи. Спокойно расскажи, что случилось? Сын твой опять взялся за старое, опять Вику мою преследует. Ну, хорошо, я по молодости прощала, но вчера же он ворвался к нам в дом, погром устроил. Ну, ладно. Меня, старую, чуть не пришиб, это ж уже ни в какие ворота. Ну, не накручивай, Тимофеев. А я и не накручиваю. Ты думаешь, я шок тебя жаловаться пришла? Я пришла тебя предупредить. Если ты сына не вразумишь, я буду писать областному прокурору. А нет, так и генеральному. Ну, подожди, ну, не горячись, ну. Я добьюсь, чтоб твоего сына посадили, а следом ты слетишь. А нет, так я его сама изловлю. И уж что я с ним сделаю, я уже даже сама не знаю, что. Ну, Анна Тимофеевна, сядь. Ну, сядь, прошу тебя, успокойся. Да я со своего вот сам три шкуры спущу, ты меня знаешь. Обещаю тебе, и к Вике твоей на 100 метров не подойдет. Не то, что к ней, к дому даже твоему не подойдет. Ну, успокойся, пожалуйста. Ну, поверю, последний раз, Федя. Юль, ну не злись. Ну, выпил лишнего, ну с кем не бывает. Ну, я же не просто так. Между прочим, ради твоей днюхи старался. Перестарался. День рождения мое, а ты к Вике клеился. Где ты шлялся до 4 утра? Да не помню я. Башка болит. Юль, пожалуйста, дай холодненького пивка, а? Так бы и двинула тебе, ну, скотина. Тише. О, бать, привет. Пиво будешь? Ты что творишь, гад? Под монастырь хочешь подвести? За ум возьмись. Бизнес у тебя, семья. Да нет у него семьи. Мы даже не расписаны, а такой муж мне не нужен. Так что забирайте его. Ты игрался? Ты, дочка, прости его, дурака. Без тебя он вообще за грош пропадет. Ты девушка у нас серьезная. Давай, встряхни ему мозги со своей стороны, а я тут со своей. Договорились? Ну вот и ладно. Пиво холодное? Да. Давай. Оп, опа! Эй, малышка, идите сюда. Посмотрите, что я вам принес. На, держи. Звать-то вас как? Петя. А это Оля. Молодцы. Что происходит? Вы кто? Что вам нужно? Я подарок внукам принес.
Я ведь дед их. Кто? Родитель Кирюхи. Это неправда. У Кирилла нет родителей. Да это он знаться не хочет. Оно и понятно. Мы со старухой для него вроде как обуза. Но уж больно захотелось на внуков посмотреть. Я вам не верю. Да я не в обиде. Уходите, пожалуйста. Я уйду. Только ты это, на беленьку дай, хоть за внуков-то со старухой выпьем. Вот, держите его, уходите, уходите, я прошу вас. Ладно, пока, малышня, пока, малышня. Сколько раз я просила не разговаривать с незнакомыми. Что? Только спросил, как нас зовут. Что случилось? Да ничего, пойдемте в дом. А кто это? Пойдемте, кто это? Пойдемте, все. Калитку закрой, ба. Ба, ну я точно помню, Кирилл говорил, его родители в пожаре угорели. Кто ж тогда этот дед-то? Да не бери ты в голову. Обыкновенный аферюга. Вот он. Такой за бутылку, кем угодно представится. Вон сколько их по улице бродит. Откуда тогда он про Кирилла знает? Ба, а вдруг его бандиты подослали? Но Кирилл предупреждал, нас могут выследить. Чего, Вика? Ну ты видел этого сморчка. Ну из его бандит, как из меня балерина. Пьянь, голодрань. Ты вот о чем подумай. А ведь о смерти своих родителей Кирилл и соврать мог? Ты об этом... Да что же это такое-то? Ну, ба, опять ты за свое. Ну, хорошо, меня не слушаешь. Ну, ты хоть людей расспросила бы. Ведь он же жил здесь когда-то. Кто-то же о нем что-то должен знать. Эльвира Абдулаевна! Вика, ты все понял? Да, конечно. Ну все, иди. Привет, Викулечка. Привет. Хорошо, что пришла. Ты проходи, посмотри, какой ремонт мы отгрохали. Спасибо, в другой раз. Я ненадолго хотела узнать просто, вы с Кириллом давно знакомы? С детства. Мы ж с ним соседствовали на кошарах. Ты знаешь, роскошный шалопай был. Закачаешься. Все девки от него балдели. Ну и я не исключение. Но это давно было, ты не ревнуй. А... Кто его родители? Они вообще живы? Вик, даже не представляю. Потому как пили все время, так могли и помереть. Ты ж понимаешь, алкоголики долго не живут. Ну да. Хотя я давно переехала с того района и ничего о них не слышала. Может, и живы еще. У них там вроде дом свой был. Угу. А тебе они зачем? Ну да просто интересно вдруг стало. Ну ладно, пойду я. Обязательно загляну посмотреть на ремонт. Ты заходи, Вик, до встречи. Заходи. Спасибо. Здравствуйте. Извините, Кручинины здесь живут, не подскажете? Туточки. Куда же им деваться? Спят, наверное. Да они раньше обеда не встают. Заходите. Тоська! Тося, гости к тебе. Да кого еще тут черти принесли? Здравствуйте. О, Господи, что тебе надо? Валь, выйди, тут какая-то фрез заявилась. Здравствуйте. Ай, ты. Это жена Кирюхина. Я тебе говорил. Дед привезла. Внуков наших. И чё? Ты чё думаешь, досматривать будем? Не надейся. Кирюха нас бросил. В Москву катил. Сколько времени, ни копейки не прислал престарелым родителям. Так что насчет внуков с нас спрос никакой. Накось вот, выкуси. Зачем вам деньги? Вы все равно их пропьете. Да не твое дело. Помолчи. Болеем мы. Тяжко нам. Бедствуем. Вон, от сына сколько лет помощи не видим. А мы его родили. Мы его растили. Кусок не доедали, ночей не досыпали. А хотите, я вам помогать буду? Вам что-то нужно?
деньги. На беленькую. Дай. Нельзя столько пить. Я могу вам вещи принести, продукты. Да принесет она. 100 рублей пожалела. Я не пожалела, вы что? Вот, возьмите. Признала родню. А ты размяк. А может, врет она все? А может, вовсе не жена она? Да вы что? Что-то задумала, может быть, против Брось. Нас. Ну, хватит. Вы что? Специально деньги дала, чтобы подпоить. Ну, перестань ты. Половик где? Что? Половик здесь сушился. Я не знаю. Где он, я тебя я спрашиваю? Да не брала я ваш половик. Выкатись отсюда! Ой, девушка, идите лучше. Бесполезно с ними говорить. Давай деньги. Тось, я сам сбегаю. Деньги давай. Я сам все, все возьму. Да, ты возьмешь. Да ты под магазином все вылакаешь. Дай, сказала. Деньги! Ну, подожди. Дай, сказала, деньги! Что ж ты делаешь? Дай, сказала, дай мне деньги! А, и так каждый день. Кошмар. Отдай, быстро, отдай, Никого нет? Ничего не понимаю. Лена, кто звонил? Да говорю же. Сторож сказал, пожарная инспекция приехала. Что-то здесь не то. Выезжаем. Добрый вечер. Здорово. Вы кто? Тебе привет из Москвы за твой длинный язык. В следующий раз головы лишишься. Поехали. Закирыч! Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Азамат Закирович очень просит вас приехать к нему. Это срочно. А что у вас с лицом? Потом объясню. Пожалуйста, он очень просил. Хорошо. Ты не догадываешься? Ренат, не нападай на девушку. Спасибо, что пришла. Присядь. А о чем я должна догадываться? Ты говорила с Кириллом обо мне. Вы же сами меня просили об этом. Правда, Кирилл сказал, чтобы я не обращала на ваши слова внимания. А вы что? Вы думаете, что это он? Да, Азамата Закировича избили по его приказу. Подождите, да вы все врете. Этого не может быть. Кирилл предупредил, что вы его ненавидите. Зачем ему это делать?
потому что я рассказал тебе о нем то, что ты не должна была знать. Ты просто сумасшедший. Зачем вы меня позвали? Что вы хотите доказать? Замат Закирович, да вы что, не видите? Она Ваньку валяет. Она за своим мужем заодно. Не доказать я тебя позвал, а предупредить. У тебя чистая душа. Будь осторожна, девочка. Проводи ее. Алексей, здравствуйте. Я хотела с вами поговорить. Ты по поводу Данилы? В общем, не переживай. Я из него душу вытрясу, если он к тебе судится. Нет, я насчет Кирилла хотела спросить. Вы же его знаете. А что его может связывать с Кулаевым? А почему тебя это интересует? Да я просто только всего узнала. Голова кругом. Даже не знаю, кому верить. Ну, боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. С Кириллом я знаком шапочно, не в курсе его дела, так что извини. Угу. Советую слухам не верить. Люди любят всякие там сказки говорить. Вот так вот. Ну ладно, спасибо. Да не за что. До свидания. И здесь, пожалуйста. Ну, здрасте. С возвращением. Спасибо. А, соскучились? Ничего себе. Эх. Привет, привет. Просто как Дед Мороз. Красава. Да, вот тут прикупил по случаю подарочки Вике, детишкам. Кстати, передашь или мне самому заехать? Ну, понимаешь, здесь такая история. Вика сейчас в Приморском. Мы развелись. Что значит развелись, Кир? У тебя крыша, что ли, едет? Я надеюсь, это не из-за этой новой секретарши? Нет. Как только ты уехал, Боровичев начал угрожать. На Вику даже напали. Да иди ты. Да. И мы с Викой решили, что так бы лучше перестраховаться. И решили развестись. Вот, Боровичев, вот. А как только я почувствую, что все нормально, заберу обратно. А дела у нас, кстати, отлично. Паршин мне обещал приличную сумму денег. На вот это. Ну и зачем нам новые фирмы? Чем старая-то плоха? Это условия Паршина. И его можно понять. Он обещает нам большую сумму денег. Если они перейдут на старую фирму, их могут забрать. С новой такого не случится. Согласись, все резонно. Но геморройно. Отнюдь. Старую что, закроем? Со временем. Ой. Да. Да, Федор Алексеевич? Это я. По поводу твоей жены. Алло, Кирилл, привет. Это я. Нам срочно нужно поговорить. Я прошу тебя приехать. Привет, моя хорошая. Конечно, поговорим. Но только это вы в Москву приедете. И как можно скорее. Так что пакуй чемоданы и в путь. Я вас жду. Ну, хорошо.
Завтра открывается неделя высокой моды. Пойдем? Нет, не могу. Почему? Завтра Вика с детьми приезжает. То есть мы опять будем встречаться украдкой? Ну, не грусти. Скоро все изменится. Когда? Скоро. Мне может надоесть ждать. Здрасте, здрасте. Давайте. Вика. Давайте я помогу. Ой, Ирена. Вика, как я рада за тебя. А я ведь знала, что вы помиритесь. Милая броняца только тешится. Да уж. Фрукты! Бабуля. Фрукты на дорожку. Спасибо. Мне папа спинит настоящий куб. Я тебе в следующий раз вот такую камбалу поймаю. Бабушка, ты к нам в Москву приедешь? Приеду. Приеду, господи! Вика! Ой, Юля, привет! Ну, ты ж не пропадай надолго, приезжай. Ну, Тимофей, пойдем, пойдем в машину. Зла не держишь? Да никаких обид, что ты. Ну, бабуля. Ну, все. Видишь, а ты говорила, обманет, не заберет. Слава тебе, господи, что ошиблась. Слава Богу. А там дальше посмотрим, ну, все, поживем, бабуль. Увидим. Давай. Красотули мои! Ну, пока! Пока, бабуль. Пока! Ну, пока! Ну, счастливо, счастливо, дорогие наши! Пока! 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 Ну, ладно, не плачь. Ну, не плачь. Пойдем, вернутся твои. Приедут в гости летом. Ну, пойдем. Здравствуйте. Приезжай, Александр. А где Кирилл? Мы едем в парке. Давайте. Дела? Садись, Петя. Куда мы едем? Я что-то не узнаю о дороге. Успокойтесь, Виктория Александровна. Мы скоро будем на месте. И Кирилл Валентинович вам все объяснит. Куда мы приехали? Домой. Красивый, просторный, свежий воздух. Нравится? Я так по тебе соскучился. Подожди, я ничего не понимаю. Пойдем, мне столько нужно тебе всего рассказать. За это время столько всего произошло. Пошли, я комнату вашу покажу. Смотри. Давай наверх, наверх, наверх. И вперед, вперед. Вот это наш новый дом. Раиса Петровна. Здравствуйте. Знакомьтесь, дети, это ваша новая няня. Очень Будьте приятно. Будьте с ними аккуратнее, с этими шалопаями. А это Виктория Санна, моя жена. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Раиса Петровна, покажите, пожалуйста, детям их комнаты, хорошо? Да, конечно. Пойдемте. Я первый. Петь, подожди меня. А где Люся? Ну, я не хотел расстраивать тебя сегодня в такой день. Просто я словил Люсю на воровстве. А у Раисы Петровны, у нее специальное педагогическое образование и английский язык. Допустим, но дети Люсю любили, и она бы никогда не взяла чужого, чтобы поторопиться с обвинениями Кирилла. Послушай, родная. Давай отложим этот разговор на следующий раз, а? Хорошо?
Нас в ЗАГСе ждут. Или ты передумала, а? Нет, просто нам действительно нужно поговорить с тобой. Тук-тук-тук! А, вот и я! Привет! С возвращением! Спасибо, Сём. Я очень скучал. Я тоже рада тебя видеть, спасибо. А угадай, что? 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 Я у вас опять свидетель? Ну что, поконим мы в ЗАГС? Или я что, не вовремя? Сём, подожди нас, пожалуйста, в саду. Дядя Сёма! Ура! Дядя Сёма, привет! Здорово! Дядя Сёма! Здорово, малая! Пойдемте в сад, дядя Семён вам кое-что из Голландии привез. Пойдем, дядя Сёма! Пойдемте, пойдемте. Быстрее. Ну, покажи. Скучал по вам. Так, ну-ка, пробуй. Пойдем. Ну, у вас. Ну как? Молодец. Нравится? Дядя Семён, у нас красивый дом, папа рядом. Почему мама злится? Ну, Петька, ты знаешь, когда мужчина и женщина расстаются надолго, бывает так, что у них друг к другу возникает очень много-много вопросов. А мама твоя, она замечательный человек и любит твоего папу. Самое главное, не думай ни о чем. Все у них будет хорошо, они обязательно помирятся. Да. Я действительно тебя обманул по поводу родителей. Почти. Они на самом деле чуть не погибли, когда в пьяном угаре сожгли дом. Все детство меня тыкали пальцем, сына алкоголика. Я делал все для того, чтобы этого избежать. Я учился на одним пятерке. Я занимался спортом, я выигрывал все олимпиады. Но все равно я оставался сыном пропойцы. Но они твои родители, Кирилл. Почему ты им не помогаешь? Что? Ты думаешь, я им не помогал? Ты знаешь, сколько денег я потратил на их лечение? Хотя даже на моем выпускном они умудрились устроить пьяную драку. Господи. Хочешь им помогать? Я буду это делать. Но только знай, что для меня их практически не существует. Вот так. Ну, а эта история с Кулаевым? Да нет никакой истории с Кулаевым. Я не знаю, кто его изувечил. У него и без меня достаточно врагов. Он не подарок. Вот что меня интересует, так это почему ты веришь какому-то Кулаеву, а не мне. Все это время я спасал нашу семью, я спасал работу, я спасал бизнес, я отбивался от бандитов, отбился наконец. Я купил тебе вот этот дом, чтобы ты приехала и порадовалась. И вот ты приезжаешь. И что я слышу вместо благодарности? Одни обвинения. Извини, я не понимаю. Кирилл. О! Ну-ка, иди погони. Похоже, что ни в какой ЗАГС мы сегодня не едем. О, доигрался. Помолчи, пожалуйста. Кирюш, прости, пожалуйста. Ну, прости. Я даже не знаю, как я могла тебе так плохо подумать. Вика, а ты ни в чем не виноват. Да нет, родная, ты у меня просто добрый, доверчивый человек. И злые люди этим пользуются. Бог им судья. Ты мне лучше скажи. Выйдешь за меня замуж? Ну да, конечно. Господи, как же я люблю тебя. Тогда что мы стоим? Бегом собираться в ЗАГС. Ура! Пошли. Ура! Осторожней, давай. Оп. Пошли. О, что я созрел? Наконец. Для тоста. Значит так, Раиса Петровна, шампанское? Нет, нет, спасибо. И... Хочу еще. Ну, понятно. Значит, что хочется сказать? В первую очередь хочу пожелать счастья вам, очень большого, крепкого, семейного благополучия, медового месяца и счастливых медовых лет жизни. А можно мне бутербродик?
И чтобы никаких разводов, ты меня понял. Оп, так, оп, Сень, оп. Сень. Так. Да, тебе, по-моему, уже хватит. Давай. Не хватало еще, чтобы мой лучший друг сейчас под стол сполз. Пить, дай еще бутерброд. Это с работы. Прости, ничего без меня давай решить не могу. Давай я поговорю. Ой! Оп! Ты и так уже лыка не вяжешь, Семен. Смотри, ребята, я не хотел. Не беспокойтесь, я уберу. Ребят, Анжелика, прекрати меня доставать. Нет, я же тебе все объяснил, а своими звонками ты все испортишь. Ты где? Мы в ресторане отмечаем. Все, перестань звонить, все разговоры потом. Пока. Ты еще пожалеешь об этом. Наверное. Потанцуем. Конечно. Я тоже танцевать умею. Пойдем на лучше. Пойдем. Что тебе подарить на свадьбу? Ничего. Все, что я хотела, у меня уже есть. Ты и дети. Больше ничего не нужно. Доброе утро. Привет, любимая. Как спалось? Хорошо. Может, не пойдешь сегодня на работу, а? Так давно не виделись. Хочется побыть вместе. Не могу, извини. Извини, пожалуйста, не могу. Сейчас должен прийти самый большой транш. Дел будет не в проворот. Спасибо. О? Да? Кирилл Валентинович, беда. Транш не пришел. Что? Почему? Звонила я в бухгалтерию Паршина, они говорят, договор им приостановлен. Никаких денег мы не получим. Причину назвали? Нет, ничего не объяснили. Что случилось? На комбинате проблемы. Мне надо ехать. Может, кофе хотя бы выпьешь, а то так можно язву заработать, Кирюш. Послушай, давай оставь мне со своей язвой, хорошо? Ну ладно. Извини. Я постараюсь как можно раньше приехать. Что происходит? Может быть, ты меня поцелуешь для начала? Объясни мне, что происходит? Пойдем выпьем за твою первую брачную ночь. А то настроение у тебя не очень. Молодая жена не порадовала? Или бизнес в гору не пошел? Дай сюда бокалы. Что это за шутки? И зачем ты сказал отцу, чтобы он деньги отозвал? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Да перестань ты играть в свои дурацкие игры. Мы же договорились с тобой обо всем. Ну? Было больно. Зачем ты это сделала? Не ясно. Я задыхаюсь от ревности. Слишком явно представляю, как вы делаете это.
Послушай, ну ты же отлично знаешь, зачем мне этот повторный брак. Я только женился и не могу так быстро развестись, иначе брак признают недействительным. Давай уедем куда-нибудь, пожалуйста. Хочешь, поедем на Бали, хочешь, поедем в Европу. Не волнуйся, ты за это вот раньше. Папа его восстановит. Поехали, пожалуйста. А ты его опять тормознешь. Если тебя в следующий раз что-то переклинит, да? Но ты же будешь рядом со мной. Ты же всегда будешь рядом. Значит, тебе нечего бояться. Клянусь, это не повторится. Ну ты и стерва. Ну все, спи, сынок. Оленька уже уснула. Спокойной ночи. Только не виделись, а ты опять в командировку уезжаешь. Послушай, родная, у меня большой коллектив. Для того, чтобы правильно наладить производство, за каждым нужен глаз да глаз. Понимаешь? Я понимаю. Ты только не сердись, просто я не хочу с тобой расставаться. Ну, ладно, ладно. Ну. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Я же не на войну собираюсь. И, пожалуйста, не провожай меня. Уехал и за все время только раз позвонил. Вик, ну он же сейчас в Европе. Мотается по провинции. В питомниках отсматривает племенных коров. Там со связью могут быть проблемы. Но не всегда же связи нет. Нет, с ним что-то произошло. Ты знаешь, мне иногда кажется, что он совсем не тот человек, которого я полюбила. Его будто подменили. Ты вот что, ты давай себе не накручивай, ладно? Просто много работы на него навалилось, вот и все. Возможно, возможно, я просто глупая фантазерка. Вик, я хочу, чтобы ты знала. Но мало ли как жизнь повернется. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Сём. Телефон. Пришел, Дража. Я свои обещания выполнила. Теперь дело за тобой. Кирюша, привет! Господи, а я же тебя позже ждала. Ты что, не предупредил, что приедешь? Слушай, ты голоден? Я сейчас тебе завтрак приготовлю. Да нет, я не голоден. Сядь, пожалуйста, нужно поговорить. Угу. Мы разводимся. Господи, опять Боровичев угрожал? Нет, он здесь ни при чем. Просто мы разводимся.
Не понимаю, почему. Ты мне надоела. Это шутка такая. Ты шутишь? Зачем ты на мне тогда опять женился? Из-за детей. Думал, потерплю, не получилось. Кстати, по поводу детей. Мы поговорим отдельно. Кирюш, я прошу тебя, скажи, что это шутка. Все, хватит болтовни, я уже все решил. Кирюш, я прошу тебя. Все. Вику можешь забыть. Отлично. Значит, мы с тобой больше можем не прятаться. Сегодня вечером у папы прием. Можем появиться вместе, в открытую. Но мы должны быть на высоте. До вечера, любимая. Ой, извините меня, пожалуйста. Я случайно. Все, простите. Все, выдыхай, выдыхай. Не суетись. Я тебя прощаю. У меня хорошее настроение. Кирю! Ты совесть-то по... Господи. Вика! Вик, что случилось? Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давай, вставай, вставай. Вставай, вставай. Иди сюда ко мне. Иди, иди, иди. Вот, давай, вот так. Так. Садись, садись. Что случилось? Ну? Что случилось? Кирилл. Что? Он меня бросил. Понимаешь, все бросил. Господи, ну я как чувствовала, что что-то с ним не так. Тихо, тихо. Сказал, что терпел из-за детей. Тихо, Раиса Петровна! Господи, я сейчас с ума сойду. Тихо, тихо, бред какой. Что случилось? Успокоительное принесите, пожалуйста. Сейчас. Да. Все, я прошу тебя, поговори с ним. Может быть, что-то ужасное случилось. Он просто не хочет мне говорить. Может быть, ему опять угрожают. Хорошо, все, уже звоню. Прошу. Смотрел на меня, глаза такие холодные. Просто как будто его подменили, как будто какой-то чужой человек. Тихо, тихо, тихо. Возьмите, пожалуйста. А? Мам, мамочка, что случилось? Мама. Чего ты плачешь? Мамочка. Мамочка. Ничего, сейчас все пройдет, сейчас я успокоюсь. Раиса Петровна, отведите их в столовую. Дети, сейчас, Оля, сейчас. Петя, пойдемте в столовую. Пойдемте. Выключи, но не телефон. Давай, давай, успокаивайся. Ну, пойдемте. Все, 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 не расстраивайся. Ты давай, самое главное, успокойся. Я сейчас его найду и все выясню. Жди моего звонка, поняла? Ну, посмотри на меня. Все хорошо. Все. Присматривайте за ней, ладно? Да, конечно. У себя? А его сегодня не будет. У него вечером ответственный прием. Нужно подготовиться. Что за прием? Где? Ну, ясно где. У Паршина. Ясно.